Удачи, дружба, с нами всегда! Богатство и счастье! Это наша судьба! С ростом! Легендарные исторические герои! С величайшим ростом, дорогие соратники, сотоварищи, сомыслители, сотворцы! Обнимаю каждого, жму руку и поздравляю всех нас с триумфальным, триллионерским, планетарным, олимпийским ростом! Дайте поаплодируем друг другу! Ура! Дадим огня больше в чате! Давайте зажжем чат огонечками и сердечками! Дорогие родные сердца, дорогие коллеги, ну, конечно же, по доброй традиции. А как без этого? Поприветствуем суперинтеллект-тренеров. Это такие же, как и мы с вами, партнеры, но они внесли самый большой вклад в наше общее планетарное дело лидерским приветствием моих, кстати, любимых, да? Воздух в грудь. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Вы самые величайшие во все времена. И первое место в мире. Это ваша судьба. Первое место уточняем. По счастью, здоровью, долголетию, богатству, славе, величию, аплодисменты с ростом. Дорогие коллеги, дорогие друзья, вот я сейчас посмотрел на цифры. Вчера к нам присоединились новых 88 мастеров. Давайте поаплодируем. Ура! Этим ребятам, девчатам великим. А знаете, что вспомнил? Когда мы начинали, нас было несколько человек, ну, Роберт Ра, Артем Яровой, Ольга Яровая, Марина Самсонова, да? Я всех, Коля Полмарчук, не буду перечислять, несколько человек. И вот сегодня даже сложно представить, да? Мы пахали, мы пытались рассказать о суперджампе, но в месяц к нам приходил один новый интеллект-тренер. В один месяц один интеллект-тренер. Представляете, да, начало? И честно скажу, так себе. Ну, то есть масштаб личности, масштаб личных качеств так себе был, мягко скажу, не на высоте. Потом мы... Кстати, в этот же момент моя личная уверенность была точно такая же, как и сейчас. А потом в неделю один человек... И мы знали, что наступит такой момент, что будет каждый день присоединяться к нам один интеллект-тренер. И вот прошло время. А ведь тогда не было ни чек. Нам, знаете, как спрашивали, никто не верил, что можно заработать на суперджамп, суперджампе, да? А, спрашивали, ну а сколько вы зарабатываете? Ну сколько? Ну, мы всегда правду говорим, потому что, как сказал Уоррен Баффет, да, не ждите честности. А, честность – это привилегия. Не ждите честности от дешевых людей. Мы честно говорили, ну, $500, ну, 600, там, 900. Иногда не смеялись. Да. И сегодня, а ведь мы-то стоим, ребята, сегодня только в начале пути. То есть мы еще даже не вышли на олимпийскую дистанцию. Помните, геометрическая прогрессия, да, Гаусс, как ее просчитал. Вот так она вверх идет, вот вертикально вверх. И мы сейчас вот здесь, на взлете. И, конечно же, мы абсолютно точно знаем, коллеги, дорогие соратники, сотоварищи, что очень скоро, я это минимальную цифру называю, и это правда, ребята, минимальная цифра, ну, математика. Дважды два – четыре. Все. Да. Будет миллион новых суперинтеллект-тренеров, потому что как только мы сейчас наберем обороты, мы больше не будем работать меньше, чем $50 тысяч, да, за бизнес-лицензию, за нашу, за партнерство и так далее. Так вот, по $50 тысяч я называю цифру минимальную, ребята. Это миллион в месяц. А максимальное смотрится и до 5 миллионов в месяц. То есть, да, вот кривая Гаусса, то есть это 33 тысячи в день, если самый консервативный, да, 33 тысячи суперинтеллект-тренеров в день. Я по секрету вам скажу, ребят, наша партнерская программа уже, мы же это все знали. Это математика, это логика, ребят. Здесь против математики и логики, тем более у нас еще огромный опыт с Петром в Эдельстаре. А мы заложили уже в программу партнерскую, что мы будем подводить итоги каждый день по чекам и рангам. Но если в вашей команде пришло в день, да, ну, 10 тысяч, по 50 тысяч
да, каждый заплатил, ну, это минимальное, да, Петр считает, что будет 100 тысяч, ну, пускай минимальное возьмем, да, 10 тысяч по 50 тысяч, ну, а как, что ждать неделю-то, да, ребят, когда 250, то есть каждый день будет новые ранги, новые рекорды по чеку. И очень скоро мы покажем всему миру, что лучшие из вас зарабатывают по 100-200 миллионов долларов в месяц. Женя, представляете, вот бывшая пенсионерка, врач, человек, который вчера полы мыл, да, где-то в госпитале, так между делом, показывает Forbes, да, за год заработала 1 200 000 000 долларов. Или 3 600 000. Обычная учительница, обычный врач-таксист. Это уже произошло. Самое интересное, что это уже произошло, потому что, первое, миллиарду людей нужна помощь. Спасать миллиард людей надо, это стоит триллионы долларов. Нужны новые рабочие места. Скоро действительно интеллект искусственный так серьезно сожрет рабочие места, да, ребят? И, конечно же, мы знаем с вами, что делаем самое важное, самое честное, самое великое дело на Земле. И в каждом из вас сил, энергии, лидерской воли, великодушия, пассионаризма в 10-100 раз больше, чем вы думаете. И мы на этой неделе раскроем ваш потенциал. Но сейчас я попрошу включить слайд. И мы вчера на лидерском совете единогласно проголосовали за фантастический промоушен. Вы знаете, как цепная реакция. Да? Вот мы знаем, атомный реактор начинают делиться там, да, ядра, освобождаются свободные частички, разбивают другие, и выделяется огромное количество энергии. Вот мы эту модель перенесли в промоушен, да, который так и назвали. Цепная реакция рождения новых суперинтеллект-тренеров. Итак, коллеги, смотрите. Вверху, почему важно сейчас отложить все дела? Всю фигню, мишуру, ну, ты их не переделаешь, домашние дела. Почему? Смотрите, вверху это вы. Ну, девочка, мальчик, король, королева. Что вы даете людям? Да, какую энергию, что вы излучаете? А вы излучаете свои принципы, ценности, правда же? Убеждения, лидерскую силу. Когда вы создаете новых супер-ИТ. А внизу, видите, вы то же самое все. Но плюс еще супер-скидки, супер-промоушен. Как вы думаете, воздействие на будущих ваших супер-ИТ больше будет? Кто считает, что больше? Дайте, пожалуйста, конечно, ребят. И добавляем цепную реакцию, еще как в атомном реакторе. Но только это добрая энергия, светлая энергия вашего богатства и славы. Ну что, коллеги, пора мне передать уже разогретый микрофон. Да, под ваши бурные аплодисменты. Давайте чат просто зажгем, ребят, как атомный реактор. Сердечек, давайте насыпем туда, да, аплодисменты. Итак, нашему дорогому интеллект-тренеру прежде всего, ребята, я интеллект-тренер такой же, как вы, и Петр такой же. А, по совместительству SEO президенту, Петру Усилко, аплодисменты, ура, жги, братское сердце. Мы самые величайшие во все времена, и первое место в мире – это наша судьба с легендарным олимпийским ростом. Команда номер один в мире. Стартуем в новый чемпионат, в новый период роста, друзья, и он будет по-настоящему особенным. Есть такая замечательная поговорка, которая гласит о том, что один день год кормит, или одна неделя кормит год. В нашем случае это будет ключевая неделя на долгую, счастливую, прекрасную жизнь, потому что мы отправляемся в увлекательное путешествие, друзья, и для того, чтобы включиться в него, обязательно нужно стать лидером Суперджамп до 5 мая. И, конечно же, наша задача взять с собой в это удивительное, прекрасное, счастливое путешествие как можно больше друзей, партнеров, соратников из нашей команды. Предложить им новую, счастливую, яркую жизнь. И все это про программу роста «Лидер Суперджамп», друзья. Это программа про масштабирование, про дубликацию, про рост. Вот, и она состоит из трех важных пунктов. Это личная активность, это личный статус мастер и выше. И, конечно же, каждые 4 недели новое зажженное сердце. И три главные привилегии, которые получает
каждый лидер Суперджамп. Первое, это закрытые онлайн-школы для лидеров Суперджамп, которые проходят у нас каждую неделю, каждый четверг. Перенимаем лучший опыт и знания от восьмых рангов и выше. Второе, это золотой 1% бонус от всех продаж Мастер, Про и Супер практически за целый год, друзья. Это новый бонус, который ждет только наших участников программы «Лидер Суперджамп». Ну и, конечно же, это первый конгресс лидеров Суперджамп в Дубае в феврале 2025 года. Три фантастические дня знаний, энергии, праздника. Вот, и это будет первое событие, где мы встретимся все вместе вживую и устроим себе потрясающий праздник роста, друзья. Также в помощь каждому интеллект-тренеру бизнес-ответственность. Это то, что мотивирует, вдохновляет на подвиги, двигаться путем вот зажжения сердец каждые 4 недели, ну и, конечно же, получать полное вознаграждение со всей команды. И вот несколько слайдов, почему важно стать лидер Суперджамп до 5 мая. Первое, это, конечно же, доступная цена, друзья. 70 тысяч PSG. Всю неделю будет держаться стоимость клубного статуса мастер. Вот экономия практически в 2 раза относительно той цены, которая будет после 5 мая. Ну и, конечно же, это водораздел. Вот стать участником новой, счастливой, прекрасной жизни, друзья. Ну или остаться вот там, где человек находится сейчас. Это работа, это труд с командой единомышленников, друзей, которые создают прекрасные команды по всему миру. Ну или посредственность, конечно же. Это движение вверх, вот на пьедестал Олимпа, мирового бизнес-лидерства или обычная посредственная жизнь. Ну и, конечно же, вот те, кто у нас станут лидерами Суперджамп, примут участие поездки в Дубае, вот будут особые условия и привилегии в нашей следующей поездке, которая состоится в 2026 году и будет проходить в Токио. Друзья, Всемирная ассоциация интеллект-тренеров строит долгосрочные планы на годы вперед. Ну и, конечно же, наша задача вместе путешествовать по миру, создавать команды по всей планете. Вот и два прекрасных события, которые уже есть в календаре каждого интеллект-тренера Суперджамп. В феврале 2025 года мы встречаемся в Дубае, но уже точно знаем и видим, что в 2026 году состоится поездка прекрасная, незабываемая в Японию, в Токио. Вот. И у нас остается ровно 7 дней, даже уже чуть меньше, 6,5 для того, чтобы сделать этот важнейший выбор в жизни. Вверх или вниз? К солнцу, к свету, к добру, к счастью, новой прекрасной жизни или к обыденности и посредственности, друзья. И все это про программу роста «Лидер Суперджамп». И особые даты, особое время до 5 мая происходит фантастический, важнейший водораздел. Чемпионат мира нам в помощь. Каждый день на главной трибуне будут выступать самые результативные интеллект-тренеры планеты Земля. Ну и, конечно же, расписание наших ежедневных встреч Академии величайших лидеров, закрытая школа для суперинтеллект-тренеров, для лидеров Суперджамп и встреча лидерского совета. Все это вдохновляет, заряжает, дает энергию каждый счастливый, прекрасный олимпийский день. Ну а мы двигаемся дальше, и время подробно разобрать новый мощнейший ускоритель роста, который впервые запускает Суперджамп, друзья. И сильно заранее до Нового года, до Рождества, каждый интеллект-тренер ближайшие дни станет настоящим Дедом Морозом, Санта-Клаусом, который будет дарить подарки и возможности тысячам и сотням тысяч людей по всему миру, друзья. Все это про наш ускоритель роста, вот создай цепную реакцию. Вот. И цель наша за 7 дней создать 120 новых суперинтеллект-тренеров. И сейчас мы подробно поговорим о том, как это сделать. И поставить абсолютный рекорд по чекам и рангам. Чтобы достичь этих целей, Всемирная ассоциация интеллект-тренеров Суперджамп создала супер-мега-ускоритель.
Впервые, друзья, такого не было еще никогда. Называется он «Запусти цепную реакцию роста суперинтеллект-тренеров». Вот. Ну и, конечно же, он про дубликацию, про масштабирование и про то, как один счастливый, энергичный человек вот, создает вокруг себя движение, тягу, цепную реакцию вот, и рост в команде. Вот графически изображение такое, друзья. Ну и, собственно, с чего мы начнем? Шаг один – это каждый суперинтеллект-тренер вот, уже получил по 2 мешка денег, по 100 тысяч BSG в каждом. Вот, и он может подарить по 100 тысяч BSG любому интеллект-тренеру на любой глубине вот, для того, чтобы тот сделал апгрейд. Тем самым и запускается реакция, цепная реакция роста. Получив 2 мешка денег, каждый суперинтеллект-тренер становится дарителем Санта-Клаусом. Вот, и задача уже найти 2 хороших перспективных интеллект-тренера в команде на любой глубине, подарить каждому из них по подарку, вот, ну и, конечно же, замотивировать срочно стать суперинтеллект-тренером. Каждый новый суперинтеллект-тренер, который принял для себя это важное решение, его наставник также получает по 2 подарка, вот, которые они уже используют для того, чтобы увеличить свою команду в 2 раза и из 2 героев превратиться в 4, друзья. Ну и шаг 3 – это уже прогрессия, когда один наш даритель и Санта-Клаус превращается в 2, в 4, в 8, в 16 и происходит фантастический рост. И задача максимум, идеальный конечный результат – это за 7 олимпийских ярчайших дней сделать 7 циклов роста и создать в команде 128 новых суперинтеллект-тренеров. Помним, друзья, что статус суперинтеллект-тренер – это большой бизнес по маленькой цене, это новая яркая счастливая жизнь, но и это еще не все, потому что у каждого из нас есть 5 мощнейших причин становиться супером прямо сейчас. Первое – это специальная цена, которая у нас, друзья, будет ниже, чем когда бы то ни было. Вот об этом мы поговорим чуть позже. Второе – это вхождение в элиту большого бизнеса «Суперджамп», президентский круг лидеров. Третье – это право получать максимальное вознаграждение со всех абонементов и клубных статусов. Четвертое – право на получение повышенных баллов и более быстрое выполнение рангов. Ну и, конечно же, принимать участие в еженедельных закрытых школах высшего лидерского мастерства от Владимира Довганя и топ-лидеров Суперджамп. Ближайшее состоится уже завтра, сразу после Академии величайших лидеров. И самые активные вот уже вот впервые побывают за этой фантастической закрытой дверью, друзья. Теперь про цены. Цены у нас рекордно низкие, рекордно доступные. Вот и так выглядит у нас апгрейд клубного статуса Pro до Super. 400 тысяч BSG, около 4 тысяч долларов. Фантастическая экономия, друзья. Ну и, конечно же, железобетонный повод стать суперинтеллект-тренером Суперджамп. Апгрейд с мастера до Супер 500 тысяч BSG, около 5 тысяч долларов. Ну, а если приобретать Супера вот с нуля, это 570 тысяч BSG. Цены сами говорят за себя. Лучшее предложение года. И с подарком, который дарят наши вышестоящие интеллект-тренеры, конечно же, нужно принимать решение быстро. Вот и задача не только самому стать суперинтеллект-тренером, друзья, но и помочь это сделать всей команде, получить рекордный чек и с прекраснейшим настроением войти в новый этап счастливой, прекрасной жизни. В помощь нам говорящие баннеры, друзья, вот, очень атмосферные, очень энергичные, которые каждый день будут напоминать нам о том, что каждый из нас даритель, каждый из нас Дед Мороз, Санта-Клаус, который дарит новые возможности и новую счастливую, прекрасную жизнь. Объединяемся в команды на 7 дней, мотивируем друг друга, используем суперпромоушены, создаем 120 новых суперинтеллект-тренеров, друзья, ну и, конечно же, включаем всех в программу роста «Лидер Суперджамп» вот, и вместе стартуем к рекордам. И на этой позитивной, оптимистичной ноте возвращаю наш горячий микрофон легендарному основателю «Суперджамп» Владимиру Викторовичу. Благодарю, Петр, братское сердце. Еще раз, коллеги, обнимаю каждого сердцем, жму руку, вашу легендарную, историческую руку. Вчера мы были обычными людьми. Я предпринимателем, кто-то врачом, кто-то таксистом, кто-то педагогом, а кто-то пенсионером.
А сегодня каждый из вас, ребята, создатель, сосоздатель, сотворец новой 10-триллионной самой важной индустрии Суперджам. Сегодня вы реально, ребята, легендарный исторический герой-спасатель миллиарда людей, которые мучаются, да и всего человечества. Кто в себе чувствует историческую ответственность, дайте лайк, сердечко. А вот сейчас Петр рассказал, я знаю, что уже, я просто слышал, мы были на встрече с суперинтеллект-тренерами, и кого-то уже вдохновила Япония, кого-то Дубай. А я сейчас расскажу вам одну историю. А я знаю, что сейчас Роберт Ра, суперинтеллект-тренер, да, 10-й ранг, его супруга Гюзель тоже суперинтеллект-тренер, и мама Роберта Ра суперинтеллект-тренер. Все умные, они все делают правильно. Летит, ну, в дороге находится, не летит, а в дороге в Монголию. Я не знаю, летит он или едет. А там будет огромное событие. В Монголию собирается огромная делегация из Китая, из Японии, из Кореи, из других стран. И вот сейчас там готовится огромное событие, да? И, а почему я вспомнил Роберта Ра? Дело было так. Вот когда мы начинали, у Роберта Ра, ну что, долги бешеные, да? Мама взяла кредит, $1000 тогда стоил входной билет, и, ну, просто ему не давали кредиты, 20 миллионов долгов там, да, у банков. Ну, в общаге живет. Жена бросила, а все рухнуло, да? Но Роберт не сдался. И вот он встретил Суперджамп и начинает пахать. Пашет. Вот я всегда Роберту говорю, потом он начал понтоваться. Я вот живу в пентхаусе, в гостинице, за $500 в день у меня номер. Я говорил, Роберт, а вот мне больше нравился, и он потом согласился со мной, тот Роберт, который с нуля начинал. Когда ты в недостроенном домушке сидел без отделки, и зимой как только подъезжал автомобиль, и у тебя сердце колотилось, почему? Потому что долги по электроэнергии, по газу, ну думаю, сейчас отключат, и откуда я буду проводить, не из общаги же, да, Суперджам. И вот мы глянули с Петром, ну парень пашет, вот пахарь. Вот если честно, ребят, вот я говорю, это как есть, это не мотивация. Вы скажете, а почему у Роберта такие большие чеки? Он просто больше пашет, чем другие. Нет там никакого таланта особенного. Ну все понятно, да просто пах. И мне так захотелось отблагодарить Роберта, он же один из первых был. А пахарь-то он номер один был. А в то время, да чеков-то нету, ничего нету. А у меня так получилось, что мы в то время жили на два дома, да, в Подмосковье и в Панаме. Вот туда-сюда летали. И мы уже пахали, моя семья осталась в Панаме. Я говорю, не прилетайте на Новый год, у меня много работы, не отвлекайте меня. Ну, они с уважением. Я говорю, Петь, давай пригласим Роберта Ра на один день хотя бы в Москву. Пусть, да, сэкономит на гостинице, у меня остановится, пустой дом. Ты его свозишь в музей Сергея Павловича Королева там, в самый крутой ресторан. Ну так, искреннее желание просто поблагодарить его, ребята. Пашет и пашет, парень. Я Роберт говорю, давай-ка ты 2-го, там, 3-го января с Гузелькой приезжайте на сутки хотя бы ко мне. Знаешь, что у тебя расписание там, ведет группу уже там, я не знаю, на полгода вперед. И Роберт мне говорит, тренер, у меня денег нет. Да? Я говорю, так заработай. И вот серьезно, у него жетон упал, он потом много раз рассказал, говорит, и что это я на билет не заработаю, что ли, да? Ну, первые шаги делали, ребят, сейчас это наивно, смешно смотрится. И он рванул прям буквально, что-то там, абонементов группу быстро напродавал. Приехал, мы его встретили по-царски, общались, много каминно, да, там рестораны и так далее, и так далее. Почему я вспомнил эту историю, коллеги? Вот сейчас впереди путешествия по всему миру. Начинаем с Дубая, Японии и весь мир. И у кого-то сейчас, как у Роберта, долги и кредиты, ребята. Вот сейчас надо просто заработать с такими промоушенами, с такой командой, с такими результатами. Надо заработать просто, да, и путешествовать по всему миру. Кто за то, чтобы поставить рекорды по чекам за ближайшие 7 дней, дайте лайк, сердечко, и просто уйти в другое качество жизни. Итак, еще раз я хочу с гордостью сказать, вот у меня не было такого в жизни проекта, когда я бы каждому мог сказать, брат, сестра, ты мой соратник, ты моя соратница, сотоварищ, сомыслитель, сопартнер. Партнер с большой буквы, вот прям, да, с большой буквы. И я поздравляю всю нашу команду с грандиозным ростом, хотя мы вот прямо сейчас взлетим с вами. Естественно, да,
Да, коллеги, соратники, следующий слайд в нашу аудиторию стартового события. Я хочу, чтобы каждый уже из вас осознавал себя, ребят, особенным лидером, особым лидером. Не просто я продала больше всех там косметики, или я продал больше всего криптовалют. Это же фигня. Это забвение, да? А вы сосоздатели новой индустрии многомиллионных команд. А на наших вечных человеческих ценностях ваши команды будут жить тысячи лет. Тысячи лет. Вдумайтесь, по педагогической цепочке, да еще с геометрической прогрессией частичка вашего сердца, души будет жить тысячи лет, переходя по педагогической цепочке от сердца к сердцу. Люди с благодарностью будут помнить ваше звездное имя, звонкое имя тысячи лет. И, конечно, сейчас задача моя, как тренера, опытная уже башка седая, всю жизнь занимаюсь, да, то в спорте, то в бизнесе, мотивацией. Следующий, пожалуйста, слайд в нашу аудиторию планетарную. А, ребята, действительно, наступил звездный час. Кто из вас, вот по чесноку, чувствует историческую ответственность? Важнейший момент в своей жизни, дайте, пожалуйста, лайк, сердечко. Конечно, конечно, коллеги. И вот теперь передо мной, как перед наставником, перед вашим коллегой, ну, может быть, более опытным в чем-то, да, стоит задачка, тренерская задачка. А как помочь вам высвободить в себе лидерскую силу, которой у вас, и это, вот, поверьте, это не метафора. Вы часто путаете, люди часто путают, внутренний дух человека, да, вот его характер, пассионаризм, лидерскую силу и внешне. Ну, в 10 раз внешне никто сильнее никогда не станет. Поверьте мне, вот не будет такого, что человек включил аудиотренинг, раз подошел и тонну поднял, или 10 тонн. Такого нет. И вот часто, да, часто. Ребята, звук идет, посмотрите, кто-то микрофон выключите, пожалуйста. Очень часто, коллеги, люди путают физический рост, ну там годы тренироваться, ну максимум стать в 2 раза сильнее, да? С ростом лидерского духа, пассионаризма, страсти лидерской. Они бесконечны и безграничны. Вот я утверждаю, ваша любовь бесконечна. Кто со мной согласен, дайте лайк, сердечко. Ваша лидерская сила, пассионаризм, бесконечен. Вот он может быть за секунду, вы себе просто включаете в такой рубильник, да, врубаете и сразу в 10 раз становитесь сильнее. Кто со мной согласен, что лидерской силе, духу, энергии, страсти, пассионаризма нету предела? Конечно, ребят, не путайте с физическим. Итак, коллеги, как же высвободить, стать в 10 раз сильнее прямо сейчас? Как профессионал заявляю, докладываю, господа, товарищи, друзья мои, соратники, все дело ради чего? Вот нужно найти, да, ради чего вы сделаете подвиг? Ради чего? 300 спартанцев, да, стояли против 100-тысячной армии ради свободы, ради любимых и родных, потому что тебе сказали, поработим жен ваших, продадим, изнасилуем. Деток в рабство продадим. 300 спартанцев в голове с царем Леонидом встали, как скала, эксеп, не горбун, который их предал, они бы постояли. Знаете, у меня был опыт общения с очень хорошим археологом, прям таким, доктор наук, прям большая-большая умница. И кто мне рассказал? Ну, что-то болтали часами. Вообще мало в мире встречаешь интересных людей, согласитесь. Вот когда встречаешь какого-то ученого, да, педагога, философа, и хочешь с ним пообщаться. И вот он мне рассказал такую историю. Однажды, да, вот в мире энтузиастов, это не был грант какой-то, никто денег там не выделял, никакой университет, там никакой государство, ни корпорации, ни спонсоры. Сами археологи в мире, ну топовые, решили, а давайте проверим легенду про 300 спартанцев, да? Давайте попробуем, если их окружили, они стояли в кольце, и когда Дарий сказал, ладно, отдайте тело царя Леонида, я вас пощажу, они сказали, нет, да, там, ну, я не буду пересказывать, вы все это хорошо знаете. И это реальная история, мне участник рассказывал, ребята, говорит, мы договорились провести месяц и найти, то есть если это было событие, значит где-то в земле есть круг из этих стрел, которыми обстреливали последних героев-спартанцев. Ну, рассчитали, прям энтузиасты, прийти со всего мира археологи, и они нашли.
это действительно история правдивая, да? Что движило, какая энергия была у 300 спартанцев? Да спасти свободу, любимых, за любимых родных бились, правда же, ребят? Вот важно, ради чего и ради кого? Я задам несколько вопросов, да? Потому что первый приз, первую награду, которую каждый из вас получает, кто заходит за предел, кто отбрасывает всю мишуру и бьется, как лев, как лис, это рождение в вас нового лидера, новой лидерской силушки, вот как самурайский меч, да, вот бьют его, там миллионы слоев стали, да, вот огонь, горн, удары и холод, снова удары, снова холод. Вот так развивается ваша лидерская сила и пассионаризм. Других вариантов нет. Вот первый приз, который вы получите, уже через 7 дней, а кто-то через сутки разовьет такую себе энергию. Это новая личность, новая лидерская сила. Это такой пассионаризм. Кто со мной согласен, дайте лайк, сердечко, ребята. Конечно. И у нас командный вид спорта. Вот сейчас мы собрались по всему миру, 75 стран, 27 языков. Но мы одна олимпийская, мультимиллиардерская, звездная команда, планетарная, да, бизнес-спорная планеты Земля. И, конечно, ребята, я спрашиваю, а мы совет держим. Вот как эти спартанцы держали совет, как всегда, равные среди равных, с рабами, с халдеями, с какими-то подхалимами. Да никто с ними не советует, как баранов ведут куда-нибудь, правда? А мы с вами равные среди равных, и я перед большим стартом, я подчеркиваю, это самая важная неделя в нашей жизни. Я советую с вами, сотоварищи, сотворцы, сомыслители, партнеры. Что, как вы думаете, да, что нужно сделать, чтобы за эти 7 исторических дней вас родилась еще большая лидерская сила? Я предлагаю решение этой задачи, да, необходимо поставить рекорд по чекам. Это и есть ключ к рождению новой лидерской личности. Кто согласен, дайте лайк, сердечко. И давайте сразу дадим друг другу слово. Вот мы одна олимпийская сборная. Уже через 5 минут мы пойдем сражаться. Мы пойдем завоевывать страны, континенты любовью, добротой своей, да, великодушием, пассионарной силушкой. И, конечно же, давайте дадим друг другу слово. Слово чести, слово партнеров, слово друзей, товарищей. Развить в себе лидерскую силу, отбросить всю мишуру и биться. Так, как бились 300 спартанцев, так, как бились великие ваши герои. Кто дает слово, дайте сердечко, лайк. Да, и дальше идем. Что нужно? Вы обязаны стать богатыми, ребята. Не потому, что я даже не представляю, что вы стали миллиардерами. Кто-то уже в следующем году может стать миллиардером реально. Геометрическая прогрессия считает. Ну что вы до уровня мультимиллионерами в этом году многие будут. Я не вижу так, что вы начнете деньги швырять на бриллианты, золотые унитазы. Да, на какую-то вот эту мишуру. Я знаю, что свои миллиарды долларов вы потратите на благотворительность, школы, больницы строить, будете помогать людям. Но чтобы спасти мир, вот поверьте мне, коллеги, других вариантов нет. Вы обязаны стать богатыми, финансово свободными. И для того, чтобы стать по-настоящему богатыми, что нужно сделать? Опять решение одно. Поставить рекорд по чекам. Так биться, как никогда не бились. Кто согласен со мной, дайте лайк. И сразу даем все слово. Лайк, сердечко, колечко, ребят. Это не важно. Важно, дайте себе слово, дайте ради богатства, финансовой свободы. Каждый из вас откроет в себе лидерскую силу и станет в 10 раз, 100 сильнее. Следующий, пожалуйста, слайд в нашу аудиторию. За любимых и близких биться, ребята. Вот 100%, 1000%, да, у каждого из вас есть любимые, родные, своя команда любимая. Бейтесь за них. Как спартанцы бились за своих деток и за жен. Бейтесь за своих любимых и родных. А что, как биться? Им нужно подарить другое качество жизни, да, другой стандарт жизни,
сказочную, свободную финансовую жизнь. И вместе с ними путешествовать, и заниматься благотворительностью, создавать семейные фонды, как это принято в цивилизованном мире. Кто со мной согласен, чтобы подарить своим любимым, родным, дорогим людям новую, сказочную, яркую, интересную жизнь? Нужно 7 дней биться, как Берсерк, как Наполеон 2.0, как спартанцы, дайте лайк, сердечко. И сразу даем себе слово, ребята, ради любимых, родных. Вот сейчас вспоминайте их улыбки, глаза. Ради того, чтобы гордились вами предки. Сейчас предки, предыдущие герои за тысячи лет смотрят на вас. И гордятся вами, потому что вы в сердце приняли решение быть львами и львицами и подпить все рекорды под чеком. Следующий, пожалуйста, слайд. Следующая мотивация. Ну, слава, конечно, слава, любовь, уважение. Что такое? Почему так люди, кстати, вы знаете, почему люди стремятся осознанно к славе, к уважению? На самом-то деле они стремятся к любви. Знаете почему? Дело в том, что человек – это единственное живое такое существо на Земле, которое беспомощно. Ну, тогда обычно львенок родился, через год-два все уже там, или медвежонок даже, да? Через пару-тройку лет он уже все самостоятельный. А мы же, ну, вот беспомощные там столько лет. Ну, там, я не знаю, в 5 лет мы еще беспомощные, в 6, 7, 10. И, а как мы? Да, нам же любовь нужна, родители, чтобы выжить. Вот это генетические желания любви, уважения. Это и есть желание славы, да? Кто за то, чтобы подарить себе великую славу мировую, то за то, чтобы оставить ярчайший след в истории, дайте лайк, сердечко. Что для этого нужно сделать? Ответ один, ребята. 7 счастливых исторических дней, 7 побед, 7 битв, работаем командой. Следующий слайд. Ну, конечно же, ребята, 1 миллиард человек, это надо спасать. Ну, спасет. Ну, ребят, давайте так. Ну, старый, я люблю психологов всех, и всех вот коучей, вот всех там, психоаналитиков. Я, правда, целитель, я их люблю очень сильно, но методики устаревшие. Ну, не справляется ни гештальт, ни психоанализ, ни НЛП с теми страшными перегрузками. Ну, 1 миллиард человек болеет, ребят, страдает, мучается. Номер один сегодня повсемирной организации здравоохранения по проблемам в мире. Кто поможет? Только вы, а как? Через учеников своих учеников. А как создать 100 миллионов быстро? В ближайшие 7 дней поставить рекорд по чекам. Кто дает слово, коллеги? Поставить рекорд по чекам. Следующий, пожалуйста, слайд. Студию. Я уже много раз говорил. Но, к сожалению, невежество. Помните Сократ? Ну, не ведают, что творят. В мире есть одно только зло. Это невежество. И одно благознание. А войны идут тысячи лет. Тысячи лет. Вот убивают, убивают. Ну, начинают те же греков самых, да? 30 лет. 36, по-моему, даже лет шла. И сколько там? Ну, больше 30. Афины со Спартой. Вот эти два союза убивают, убивают. Сжигают посевы. Разрушают дома. Убивают, убивают. Продают греков в рабство. Разрушают города. Но это такая же, знаете, беда. Пока неосознанных... Ну, пока большинство неосознанных людей. Но... Есть одна опасность, которую мы за этой болью, страданиями не видим, не чувствуем, смеются над ней. Но это опасность вообще вымирания всего рода человеческого. Это правда, ребята. Я просто в цифрах, в этих данных. Экосистема как... Она же такая каскадно умирает. Каскадно. Одна экосистема убивает другую, третью, четвертую. То есть мы уже запустили убийство, да, нашей экосистемы, а значит, запустили самоубийство. Кто остановит это безумие? Только вы. Только вы, коллеги. Что для этого нужно сделать? 7 дней в команду собраться, как кулак, и побить рекорды по чекам. Кто дает слово? Побить рекорды по чекам и прожить 7 дней, как 7 битв. 7 ярчайших подвигов. 100%. Ну и, конечно же, что нужно сделать, чтобы оставить след в истории на 1000 лет? Знаете, обычно ведь, если мы посмотрим на животный мир, да, млекопитающих, ну никакой там обезьянки, ни у льва, там, ни у зайчика, им не важно, что будет после них, правда же?
Размножайся, безопасность, играй в игры, занимайся сексом, ну, то есть размножайся, и все. Но если человек задает себе вопрос, а здесь все задали, потому что в этот момент рождается ваша личность. Какое наследие останется после меня? Что я оставлю? В чем смысл жизни? Какова моя миссия? Кто задавал такие вопросы? Дайте лайк, сердечки. Да я уверен, что все, сейчас Вселенная собирает самых ярких. И, конечно, коллеги, чтобы оставить след в истории на тысячи лет, вы поймите правильно, я вижу наше развитие в динамике, в геометрической прогрессии. Это правда, ребята, осталось мне, вот я полшага говорил вам в прошлый раз, месяц назад где-то, да, из 100 шагов до богатства, славы, я говорил, прошли 99,5. А сейчас, я говорю, четвертинка шага осталась, ребята. Что нужно сделать? Поставить рекорд по чеку. И сама Вселенная будет вам помогать, само мироздание, кто дает слово чести друзьям, товарищам, героям, в которых вы верите, с которых составляете с любимым, родным и близким, поставить рекорд по чекам. Поставить рекорд по чекам за ближайшие 7 дней. Дайте сердечко, лайк и стартуем прямо сейчас. Идем и ставим рекорд по чекам. Потому что все есть дух, рост. Важность ощущения, да, ну и командная работа. Воздух и в грудь. Теперь вы не просто интеллект-тренер. Каждый из вас, Анатолий Тарасов, каждый из вас, Сергей Павлович Королев, каждый из вас величайший лидер всех времен народов. Кстати, Леонид. Воздух и в грудь. Полетели. 5, 4, 3, 2, 1. Вы самые величайшие во все времена. И первое место в мире, аплодисменты, гагонёточки.